На, тут матушку жертвует себе. С барского плеча. Можешь сам. Тоже мне скажи, как я должен съесть? Ну? Ну что, прям так едят? Скажи, па, ты что? Как это есть? А сам? И лапки. Когтиком вот так. Приготовился. Ну как тем так? Зум. Аж облизывается уже. Так, ладно. Там только водичку надо слить. Да ну, ну. Ну зачем же так-то прям? Ай! Ну потом все, помоем. Водичку надо только слить. Да он хочет эту водичку, это же. Да он не понимает, что сыворка. Там вкуснее. То есть всю водичку выпьете, а сыр никто не съест потом. Ты съешь? После того, как кот его полакал? После сынулечки побрезгаешь? Мы себя брызгаем. Нет, он сейчас подумает, что это невкусно. А на самом деле... Вылить? Ну, давай. Вкусный. Ну, Сюша, это не то, что он хотел тебе дать попробовать. Ну, хотя с пол тоже он слизывает. Какой-то шарик мягкий, скажи, непонятный. Да, мы Сюша, его надо проткнуть. Самое вкусное внутри. Ты что, прям, ну хочешь его на пол? Да. Ты вылей тогда прям всю водичку оттуда, зайка. Его сыр прям придерживай, да, он вот так вот делается. Чебурат у тебя. Ты что, прям знаешь, как его есть? Ты смотри, он его проткнул и начал вылизывать. Потому что это ваша пенка. Вот, да, 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 скажи, это пенка от молока. Вот внутри прям настоящий. Фу, прям так, он прям так же морщится, как и ты, когда ест эту штуку. Вкусно, но такое странное, да? Это же пенка от молока. Да там вкусно внутри. Ты что, испортил сыр? И не будешь его есть? Смотри. Смотрит удивленно. Вот. Здесь вкусно. Вот вкусно. Выглядит, скажи, не очень. Вот вкусно. Здесь вкусно. Я тебе говорю, вкусно. Ты попробуй, я тебя разверну. Вот. Я, блин, я больше полов испачкал, чем ты съел. Вот-вот. А мой салат так и остался только из огурца. Ну вот отсюда здесь кот не лизал, можно собрать. Ой, но я ему предлагаю еще оставить на ужин, ему понравится. Угу. Просто наелся сейчас. Баночку обратно собери. И соберу.